Это танцевальный зал, это балкончики для оркестра. Здесь очень часто проходили балы. Екатерина здесь отмечала день рождения своего Слепава. Елизавета проводила здесь оба знаменитых бала, которые по 3-5 дней длилось, и дамам ставили штампы на платье, и вот в этих залах. И много всего здесь проходило. Камины везде родные. Паркеты, да, они как бы здесь
Спасибо.
здесь уже не так.